Добро пожаловать в ад! Я не был таким плохим! Ты 50 на 50, поэтому тебе нужно будет выбрать между раем и адом! Окей! Тебе проведут экскурсию и там, потом тебе нужно будет выбрать! Давай я начну! Так, смотри, это твой личный корабль! У меня будет свой личный корабль? У всех в аду есть свой личный корабль! Пойдем, я покажу тебе больше! Это будет твоим домом в аду! Я буду здесь жить! Это же дворец! Здесь будет твой личный бар! Мой личный бар! Видишь, мы не заслуживаем такой плохой репутации, но по правилам тебе нужно посетить еще и рай, так что иди! Пение хором, уроки игры на скрипке, разговоры с богом и сидение на облачках. Я знаю, это прозвучит странно, но я бы выбрал ад вместо рая. Никаких проблем, я тебя полностью понимаю и прямо сейчас тебя туда отправлю. Приветствую, здесь ты проведешь оставшуюся вечность.